привет! С вами Ольга Фос и новости соцсетей. Давайте посмотрим, чем живут волгоградцы в интернете, что обсуждают, над чем спорят, а чем восхищаются. Начнем мы, как всегда, с наших волгоградских звезд. Прохор Шаляпин активно участвует в телевизионных программах на ТВ, где говорят про диеты, продукты питания и, конечно же, стройность. Смотрим. Я просто считаю, что стройнеть хотят не только те, кто очень полный, да, а те, кто 5-7 килограммов набрал лишних, предположим, да. И я вот, например, ленивый, ну, не всегда доходишь до тренажерного зала, а там в этой, я вдохновился просто примером Димы, там написано в этой диете, что можно минимум пропускать тренировки, да, и все равно... Прохор, ну куда тебе худеть? Такое ощущение, что лишний раз кто-то напрашивается на комплимент. Как там кадран, мэ было, вот все то же самое. Пишем. Прохор, ну куда тебе худеть? Такое ощущение, что лишний раз кто-то напрашивается наглым образом на комплименты. Звезда Инстаграма вместе со своей спутницей Виталиной продолжает прорываться в эфир не только наших телевизоров, но и радиоэфиров. Смотрим. От дорог устанешь ты и впервые упадешь лицом в цветы луговые, и качнется синева над тобою, захмелеет голова тишиною. Помимо музыкальных репертуаров, сладкая парочка даже раскрыла некоторые секреты предстоящего концерта. Ну все, теперь ждем не дождемся. Альбина Джанабаева ответила на очень интересующий всех вопрос. Есть люди на Земле? Альбина Джанабаева ответила на очень интересующий всех вопрос. Есть ли люди, которые ее красят и занимаются стилем? Конечно, есть, отметила певица, но волгоградка уточнила, что этим она не ограничивается. И сама легко садится за руль, сама ходит за продуктами, либо красится, либо нет. Свобода, уверяет экс-звезда Виагры, внутри каждого. Ирина Дубцова тем временем посылает нам привет из потрясающих Мальдив. Давайте вместе посмотрим на невероятные пейзажи, позавидуем певице. Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, до легкой галактики. Ты рядом и не нужны приемы и тактики. Ты меня любишь до луны, до легкой галактики. Влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики. Ты рядом и не нужны приемы и тактики. Ты меня любишь до луны, далекой галактики. А ведь действительно сейчас очень своеобразный вкус у аудитории. Но здорово, что Ирины... Также певица отметила, что очень счастлива, что ее последний хит пришелся по душе слушателям. Здорово, что не обязательно материться в песнях, чтобы они нравились нашей публике. А ведь действительно сейчас очень своеобразный вкус у слушателей. Но здорово, что Ирине до сих пор удается писать простыми и добрыми словами о любви и взрывать музыкальный хит-парады страны. В одном из волгоградских сообществ ВКонтакте обсуждают обмеление Волги. У берегов Казани на дне реки обнаружили булыжную мостовую, и теперь люди массово едут туда на прогулки. Кто-то пытается найти что-то старое и ценное и находит. Но, конечно, жители нашего города не упустили возможность пошутить о том, что вон даже булыжная мостовая держится дольше, чем асфальт на наших дорогах. Шутки шутками, а вот так еще немного, и вода будет дороже золота и нефти. Нормально вот там в конце по-серьезки было? Макс. В одном из местных пабликов рассказали, что 51% волгоградцев не чувствуют стабильности. Кто-то подхватил, что остальные 49% вообще ничего не чувствуют. Либо уехали, но кто-то отметил, что уж там Волгоград. 80% жителей всей России наверняка так думают. Может, не все знают, но совсем... А что я постоянно вот это в приплясочку? Давай другой разок.
Может, не все знают, что совсем недавно в нашем городе возле стадиона «Волгоград-Арена» прошло мероприятие под названием «Город моторов». Давайте посмотрим. Возмутились пользователи, ну вот такие события хотелось бы посмотреть, но все узнают об этом намного позже. Также волгоградцы отметили, что неужели в нашем городе появляется нормальный тюнинг и дрифт, а не колхоз. А вот действительно, ты был на этом дрифте? Кто-нибудь был на этом дрифте? Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов посоветовал россиянкам, которые не смогли найти личного счастья в России, искать мужей за границей. В Африке много молодых мужчин, неженатых, а в Китае еще больше, заявил священник. Некоторые парни задались вопросом, а как же мне девушку тогда найти? Пользователи подумали, ну где-где, в Африке тоже. А с другой стороны, дети от смешанных браков получаются сильными, красивыми, и с рождения как минимум два языка знают. Одни плюсы. Ты видишь, как по маслу все идет, как по маслу. Та-та-та-та-та-та. 27-летняя Анастасия из Москвы на днях подала иск в отношении популярного фастфуда и заявила, что эмблема бренда оскорбляет некоторых женщин. Мол, закругленная буква «М» напоминает пышные формы и заставляет некоторых барышень, обделенных подобным апгрейдом, комплексовать и переживать. Девушка называет маркетинговый ход Макдональдса бодифашизмом и хочет получить компенсацию в размере всего 10 тысяч рублей. Анастасия, может, нужно просить больше, чтобы сделать себе кое-что и перестать комплексовать? Да, ну согласись. Мне кажется, сделала бы себе троечку и не комплексовала. Мужчины, хотите лайфхак? Слушать. Не, давай еще раз. Опять он заново кнопку не поставил. Пониже можно? Мужчины, хотите лайфхак? Слушайте. История? Ну что за слушайте? Ну не, не, давай еще разок. Мужчины, хотите лайфхак? Слушайте. История? Да что ж такое? Ну вот ты вот отучи меня делать это. Слушайте. Слушайте. История такая. Почему так нельзя? Еще разок. Мужчины, хотите лайфхак? Слушайте. История такая. Обычное дело, мужчина завел тарантула. Но как вы думаете, для чего? Внимание! Ради отпугивания тещи. Таким образом, мужчина отучил женщину от ежедневных визитов к себе домой. Так как родители жены очень консервативны, не совсем понимают, что такое приватность, с тестем договориться удалось. А вот с тещей сработал только такой вот метод. Какие вы пошлые, кошмар. Нет, я больше к вам не подойду. На этом сегодня все. Подписывайтесь на страничку телеканала «Волгоград-1» в социальных сетях и присылайте нам свои новые... Ну, что-то я заскулила, засмущалась. Давай еще разок. А то что-то зажалось там. Угу. На этом сегодня все. Подписывайтесь на страничку телеканала «Волгоград-1» в социальных сетях и присылайте нам свои новости, которые кажутся вам интересными. А я, Ольга Фосс, с удовольствием расскажу о них в эфире. До встречи. Все. Ну мы же это не пишем. Это же не войдет. Я знаю, чтобы не вошло, надо, чтобы обрезалась рука.